Приветствую вас, друзья, на портале dayoga.ru. Меня зовут Ванатков Михаил, я преподаю йогу Айенгара, а также динамическую хатха-йогу. Сейчас мы сделаем комплекс, который позволит вам разогреть тело с утра и подготовить его к последующему дню. Приготовьтесь, сядьте ровно. Основание позы стабильно, расслабьте бедра. Если нужно, разверните плоть бедра изнутри наружу. Выровняйте бока, поднимите позвоночник. Направляйте макушку вверх, крестец и дальше кости вниз, создавая вытяжение от основания к макушке. Прикройте глаза, направьте внимание внутрь. Направляйте все ваше внимание к центральной линии тела, выравнивайте позвоночник от основания. Несколько дыханий мы настроимся на практику. Постепенно выравнивайте вдох, выдох. Освобождайте внутреннее пространство дыхания. Поднимайте бока, грудную клетку вверх. Наблюдайте, как удлиняются легкие внутри. Соедините ладони перед центром грудной клетки. Уравновесьте давление ладони друг на друга. Контакт ладони мягкий. Ровным мягким дыханием успокаивайте колебания ума, настраиваясь на практику. Мысленно приветствуйте всех учителей йоги, настоящего, прошлого и будущего. Настройтесь на мантру ОМ, мягкий вдох. Опустите ладони на бедра, подбородок к основанию грудной клетки, положение Джаландхара Бандха. Также мягко создайте корневой замок Мула Бандху, подтягивая мышцы промежности внутрь.